И всем привет, с вами я, Эвелина, и сегодня я буду играть в Roblox в короткие страшные истории. В прошлый раз я прошла ночной уборщик, вот эту вот историю. Исчезновение Карен Картер. Окей. Вы должны узнать, куда делась Карен. Карен Картер куда-то делась, и мы должны ее найти. О, можно тут все открывать. Почему дверь была открыта, полиция? И кто-то включил свет в доме. Возможно, проникли бездомные. Окей. О, господи. О, паутина. Ю. Здесь бегать нельзя. О, книжка Роблокса. Так, ладно, погнали. Я так понимаю, я детектив. Что за... Как я снова оказался здесь? Не знаю. Телефон нужно проверить. Ага, телефон зазвонил. Окей, погнали. Мужчина пытается ворваться в мою дверь, я не знаю, кто он. Он делает что? Он пытается взломать мою дверь. Какой у вас адрес? Как вас зовут, мэм? Карен. Карен, я хочу, чтобы ты осталась на телефоне, хорошо? Хорошо. Где вы сейчас? Не у входной двери, а наверху, в спальне. С тобой кто-нибудь есть? Нет, только мой малыш. Карен, вы все еще там? Он здесь! Он здесь! Вы все еще со мной? Почему? Карен? Почему? Карен? Ага, то есть... К ней ворвались в дом какие-то... Какой-то мужчина, который, видимо, ее убил. Хорошо, погнали дальше. То есть это такой круговорот. Холодильник? Что? Как бы он ни на голову не свалился. Я слышу плач. Окей, погнали дальше. А где этот холодильник? Куда он? Что происходит? А сюда, кстати. Опа. Там какая-то записка была. Ладно, окей, погнали. Дверь хлопнула какая-то, я слышала. 23:53 до сих пор. Что? Как он оказался? Могу? Я могу его открыть? Кровь везде. Ладно, погнали. Неужели Карен убили и положили в холодильник? Какой кошмар. Блин, почему я не могу бегать? Я такая медленная. Мне это не нравится. О, холодильник открылся. Мама! Это она была, типа, да? Господи, я испугалась. Я даже не ожидала. Сколько можно ходить по кругу? М? Я плач ребенка слышу. Он в туалете.
Что там происходит? Можно посмотреть? Можно открыть? Господи, бедный ребенок. Мама, меня все пугает уже. О, дверь открылась. О мой! Это ребенок или это что-то другое? Что здесь происходит? Господи, мама. Какой ужасный ребенок. Он что-то странный. Он типа еще не родился. Да уж, страшно. Сейчас какой-то ужас, блин. Все, его нету. Меня заперли. Дырка какая-то. Я могу дырку посмотреть? Мама. Что это? Кто это? Я могу дырку посмотреть вот тут? Кто-то пробежал. Какой-то ребенок. Ладно, окей, погнали. Так, стадия 9. Сколько их всего тут? Туалет, по-моему, самое страшное здесь место. Я не хочу туда. Ох, вы напугали меня, мэм. Ох, сейчас жутко будет, да? А нет. Что там в туалете? Ничего, дырочку нельзя посмотреть. Так, погнали. Что это за картины хоть? Ладно. Опять скримеры подъехали 100%. Открываем туалет, проверяем. Ничего нет. Мама, стекло выбили. Вот там вот. А как? А как его выбили? Непонятно. Господи, я испугалась, если честно. Было неожиданно. 12-е. Красный свет. Мне он не нравится, я не хочу туда идти. Красный свет это к плохому. Ой, я не могу теперь в дверь пройти. Все красным светится. Ох, блин. Сейчас опять какой-нибудь скример наверну. Страшно. Вообще-то. Видимо, это какая-то коллекция картин. Потому что тут, смотрите, подсветка еще такая. Мысли. Ключ найти надо. Окей, они, наверное, в шкафчиках. Ну чё вы так меня пугаете, а? Я потом вообще в хорроры не смогу играть. После такого-то. Ой, всё почернело, ой, где я? Ой, чё-то... Дверь. Что? Убежали? Господи. Там что-то за нами бежит. Бежим без остановки. Как напрягать-то все. Ой-ой-ой-ой, как страшно. Ой-ой-ой-ой. Мамочки. Давай, Эвелина, ты сможешь, ты добежишь до той двери. Какое-то чудовище за тобой гонится, но не важно. Фух,
существо? Что это было? Мне нужно бежать. Ну как? Думаю, так не так страшно будет. Дырочку проверяем. Ничего. О, блин, что-то с экраном стало. Мне страшно. Надеюсь, сейчас все будет нормально. Не будет никаких скримеров и все. Не знаю, но я уже долго тут хожу, если честно. Мама. Картин, ну ты хоть меня не пугай, а? Все, я не могу зайти. Ух, напрягает же меня. Это все. Все так тихо. Мрачно. Не, ну там опять эта женщина будет, которая меня напугает. Либо чё? Я ничего. А где ключ? Заглянуть я не могу в туалет. Дырочка! О, господи. Что там происходит? Мама. Ладно, выйти. Господи. Ох, ванна налита кровью. Мэм. Что? А зачем я спускаю кровь? А, там ключ будет. Мэм. Ой, я не могу закрыть дверь. Ладно. Мне нужно бежать к выходу. О, господи. Вы проиграли. Вы проиграли. Вы не смогли сбежать. И теперь никто не узнает правду. Конец 2. А на хороший конец как надо было пройти, я не знаю. Ну, ладно. Ну, мы прошли с вами эту историю. Она была... дольше, по-моему, первой. Ну, мне понравилось. Ну, на этом все. Всем пока-пока и до новых встреч.